Булька? Булька. Смотри, какие фигвамчики. Фигвам, пойдешь? Точно? Какие девочки, зеленые волосы. Короче, вот в эту большую палатку пойдешь? Хотите поиграть? Да, хочу. Да. Так ты не сможешь второй этаж построить. Строй как обычно. Я занят пока, я вот ее снимать решил. Все, по-моему, у нее закончился инструмент. Давай лучше на одну сделаем, как все. И что это за чудо-юдо такое ты построила? Это я Васе кресло поставила, а это его столик. Ставь обратно, ставь обратно. Я издеваюсь. Воздушные, знаешь, такие в воздухе парящие. Тебе тут нравится? Тебе уже почти скоро час останется только. Папа, я построила огромную башню, потом ее сломала. Как тебе чирос с шоколадом? А? Вкусно. Лучше, чем ваша это была? Вкуснее? Больше не будете вариться? Неси. Все, поиграли. Ты же будешь следить за этим, правильно? Да. Берем горелку? Берем горелку? Да, да. Берем. Хорошо. Давай, собирай обратно ее. Вот. Хорошо. Катенька, теперь твой вопрос. Что мы еще можем взять с тобой в лес походу? Ты говорила вот это. Что это такое? Как ты думаешь? Может, если что она скоро уже. Спасибо. Хорошо. Ты знаешь, что это такое? Да. Коврик, ну это даже не коврик, а сиденье для попы, правильно? Подтопник это называется, или туристический коврик. Смотрите, получается, вы холодный камень увидели, или мокрое дерево упавшее. Вы просто вот этот, садитесь на него, у вас штаны сухие. Логично? Да. Берем с собой? Да. Берем, правильно. Хорошо. Разминаемся, вы же тоже в поход пойдете? Да. Разминаемся.
нам хотел помочь. А палатки ставить умеете? Давайте. Да. Я просто вам покажу. Смотрите, есть на футбол, знаете, свою палатку. А можно прямо у реки поставить палатку, ребят? Нет! Почему? Потому что река может и размыть нам может палатку. Ну, да, и дождем так накапает и так. Правильно, или пойдет большой-большой дождь, да, сильный. Ну, да, и тоже река поднимется и затопит нашу палатку. Ну, все верно. Да. Так. Вот, конечно, нужно смотреть. Но вдруг тебе прям... Чего делаете? Уху хотите? Супчик. Какой уху? Нет. А какой? Кулеш. Какой? Кулеш. С чем? С мясушком. С тушенкой. Вы умеете готовить? Да. Так, второй ботиночек ставь. Так, ждем, пока залезут, иначе места тут мало. Двигаемся, чтобы всем хватило места. Да, я за. Снимай ботиночки, забирайся. Давайте, ребят, забирайтесь. Сейчас, секундочку. Пожалуйста. Все ты хочешь, да? Да. Ребят, садимся все на попу, чтобы всем хватило Пойдешь? Места. Давай, никто только не ботиночки ложится. Снимай. Так, а я говорю всем садиться. Иначе другие ребята не могут залезть сюда. Все садимся, садимся на спальники, садимся так, чтобы всем было место. Молодец, все залезли. Так, ребят, ну что, давайте посмотрим. Можно кое-что сказать? Давай. Много запах такой неприятный. Ну мы сейчас вылезем. Ну может вылезем, прям плохо. Не плохо? Понятно, ну ботинки. Ребят, итак, давайте по-быстрому послушаем, а то вас тут много и вонять будет. Смотрите, в общем, в чем суть? Вам главное понять, что эта палатка, она очень большая, да? То есть целая семейная палатка. Вот. И ее проще всего перевозить в автомобиль, потому что она большая. Вот. Те палатки, которые стоят рядом, они поменьше. Их можно, по сути, с собой в рюкзаке таскать. Вот. Это у нас грязная зона, а вы в чистой зоне. В грязной зоне у нас вот стоят обувь, либо же там, допустим, велосипеды, если вы приехали на велосипедах. Вот. Может, там кастрюли поставить, еще что-то. Вот, да. И... Что? Можно, да. Да. Вот, то есть, что за серебристая такая пленочка у вас под вами? Кто знает, как это называется? Дубль. Да. Обогревалка. Не совсем, на букву П. Кто знает? Пенка. Это называется пенка. А для чего она нам нужна? Не закрывай, пожалуйста, молнию. Чтобы мы ее с вами не сломали, слышно? Пенка нужна для того, чтобы от земли у нас не было холодно. Смотрите, если потрогать землю, то она очень холодная. А если потрогать пенку, то с ней, с помощью нее мы можем... Да. Вот, ну что, ребят, пойдем в следующую палатку, посмотрим, как будет собирать. Она просто маленькая, да? Ну, как бы меньше, чем автомобиль. Она вот так вот поднимает, смотри, захлопывается. Ну,
зонтик прямо вот, то есть падает. Вот, а, ну, соответственно, мне это уже не особо интересно, но вот пойдем тут соберем. Смотрим. Что там за основные части в ней? Носок, не помню? Носок! Носок! Вначале нам понадобится, чтобы разобрать палатку, нам понадобится вытащить пол с четырех сторон, вот такие вот железники, и отдать мне. Отлично, давай. Сначала нужно сверху. Давайте, это у меня колышки, да? Теперь сверху снимаем. Тихо, пока не трогай. Да, просто снять теперь кушечку. Помогай. Только важно то, что внизу надо вытащить из отверстия, тут у нас давление небольшое. Вот. И после этого тянем. Аккуратненько. Да, только тянем в одну сторону, только ребят. Не сильно. Вот. Две разные стороны. Они веревочкой связаны. Так, мы тянем вот, но... в одну сторону. Ловите нам. Вот туда. Ловите. Поможешь нам? Аккуратненько. Можно? Давай. Поправляйся. Толкайте на меня. Не надо на себя, надо вот сюда. Отпускай, отпускай. Видишь, отпускай. Кира! Как же ты так команду подвела, а? Я ничего не подвела! Ничего не под... Может, перепрыгаешь? Ребят, у нас еще одна игра, другая. Смотри, еще вон там будет пойдем, полоса пойдем, препятствий. Пойдем, давай пойдем, мне Басил. Вы готовы? Да! И тогда начинаем! Раз, два, три, четыре. Пальцем показывай, все на старт. Два, три, и четыре, на старт. На старт, на старт, давай. Слушай, подскажи, где у нас? Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
правильного. Мама, а ты покажи, как надо. Как вам, расскажите, понравилось отдыхать? Да? Куда собралась? Я здесь сижу. Лечь даже можешь. Ой, Бася упал. Бася. Ну что, много места? Да, здесь даже А у тебя же нет ручки, да? У меня нет такой кровати. Что, тоже можно сделать у нас такую кроватку? А можно? Да. Можно. У нас тоже складывается сиденье так же. А можно сделать? С багажником? Да.